переоценили свои силы. Коммунальщики не смогли сдержать слово, данное жителям дома номер 57 на улице Московской. Люди уже больше 2 недель ждут ремонта уличного освещения. Коммунальные службы объяснили причину задержки и назначили новый срок. Часть работ уже выполнена. Вот. Часть работ продолжается выполняться. Из-за большого объема работ срок выполнения всех работ переносится до 27 числа